Привет, матрос. С тобой Квантум. Сегодня нас ждет седьмое приключение. В поисках золотых островов. Их нет на карте, и по легенде, эти острова даруют нам несметные богатства. Мы отправляемся в море пиратов. А, давайте, голосуйте за задание. Глубокая пропасть разделяет мои владения и эти моря. И все же я наблюдаю за вами сквозь бездну. Души юных влюбленных, которые вы освободили, теперь вместе. Они последовали туда, куда мне нет доступа. Их становится все больше, ведь проклятие набирает силу. Дьявольский ум воплощает в нем свои темные желания. Это нужно остановить, иначе мы все пропали. Мне была доверена величайшая ценность. Могучий артефакт, позволяющий живым заглянуть в мир мертвых. Он был мне так дорог, что его похоронили вместе со мной. Нам нужно будет его могилу найти. Сейчас от меня ничего не осталось, кроме иссохших костей. А вам предстоит копаться в грязи и крови темного прошлого. В книге мертвых я записываю имена тех, чьи души прокляты и обречены скитаться в мире живых. Пользуйте эти записи, чтобы найти мой артефакт и упокоить блуждающие души. Там лежу под деревом, разглядываю ветки. Короче, нам нужна самая высокая вершина, и там дерево есть. Под деревом копаем, и он там лежит. Через остановку, пацаны, выходим. Следующий остров за островом. Логично, логично. Паруса направо, налево переложите паруса. На остановке, пожалуйста, остановите. Проверь, а вот самый верхний пик, как раз вот туда нам и нужно. Так, и как мы туда залезем? А вот здесь есть нормальная дорога. Очень просто. Вот этот пацан стрелял, да? Комбат, блядь! Пушками туда залезли? Комбат, Антон! Нифига, тут скелет мегалодона, пацаны. А туда только пушками можно залезть? Нет, здесь смотри, видишь, куда я пошел? Вот отсюда можно подняться наверх. Вы долго еще подниматься будете? Да ну ищу, я вообще только приплыл. Бегу наверх. Бедолага, улетел фиг знает куда. Вот место его упокоения. Миша, что ты такой счастливый несешь? Что-то а, нормально Миша что несет. Миша уже нашел, как нам отправиться. Туши нафиг. Миша! Я надеюсь, он погиб? О, нашел. Нашел? Могила! Да ладно. Да? Нифига себе скелетов. Паромщика. Отстреливайся, Миша, мы выкопаем пока. Ай! Что? Да бьют Миша, ты чем занимаешься? Миша, нам эта помощь не помешала. Миша, реально, типа, так, смотри, выкопали же уже. А, вот, все, открывай. Зачарованный фонарь взял. Воу! Нифига себе. Фонарь! Следы появились, смотрите. О, реально. О! Офигеть. Это его душа. А это следы призрака. Смотри, мы видим, что было. Это кто? Это паромщик. Это паромщик тот. Привет. Клевый фонарь. Да-да-да. Он все вообще восход, смотри, его красивый. Вот бы остался он нам до конца, да? Ага. А нам дадут его потом, походу, после задания. Ну, смотрите, какой восход надо. Красивый справа. О, нырк-нырк. Давай. А я прям на корабль. Все! Оп, нашли. О, мне повезло. Зря, да? Я чуть не поломался. А я еще и рыбу. Антон, Миша, залезь на самый верх. На мачту. Сейчас. А ты выше скалы или ниже? Ниже. Намного ниже? Ну да. Блин, я думал, ты зацепишься. Рули направо, право ру... Миша, где латай? Данил, направо. Кого латай? Не, нормально. Все четенько. Все, так, нам нужен остров под названием... Я думал, ты зацепишься, Антон. Охренительно. Я специально туда прицелился. Красавчик. Блин, тут так прикольно с фонарем. Блин, сам не лучше улетел. Они наверх идут, прикольно вообще. Подожди, следы заканчиваются на этом? Да. Вот сюда ко мне иди, я нашел следы. Дальше куда? Проход. Это я свечу. Мы не оттуда же пришли? Нет, мы снизу пришли. Блин, петляем, пацаны, петляем. Вот, смотри, вот. Воспоминания. Мы убили ее. Кого-то. Она розу мочила, помнишь? Проесть следы. Вот сюда, что это? Царапки какие-то. Вот опять следы, царапки. О, кровь. Вот, пацаны. Тут. О, тут кровь, царапки, реально. Царапки на нее подсвечивают. Они тащили вот, что-то. Они тащат сундук. Ага. Показывают вниз, так, тащить его. Идем дальше. Окей. Это капитанша все еще. Направо, смотри. Потащили его. Продолжение любовной истории, блин. О, Миша. Ой. Закопали здесь, копайте. Копаем. Давай. Все так было просто. Найден костяной сундук. Их двое, а было трое. Куда еще один делся? Да, один ушел. Погнали назад. Там дорога была наверх неизведанная. Ребят, я взял сундук с собой. Пойдем. Красавчик. Пойдем. Тихо. А. Опа.
Что это такое, пацаны? Дергай. Крючок. Что опускать? Спустился скелет, да, с ключом. Открыть сундук. Открывайте. Давай. Что там? Освободить душу. Душу. Офигеть. Это светите. Пока, пацаны. Ну чью-то мы освободили. Так, это одна только душа. Мы должны еще троих освободить. Неужели этот кошмар наконец закончился? Это Фонтейн. Посмотри, какой закат клевый вообще. Да вообще красота просто, а не игра. О, натуре. Он разве... Что он сделал? Использовать. Выставляй ее, выставляй ее. Поднимай, Миша. Он стрельнул вверх. Давай, Миш, вот как он поставил, да. И стрельни. Ну, как-то так. А ну выстрели мной. А, с собой выстрели. Ну-ка, пацаны, это была не самая лучшая идея. Там в воде ищи. Охренеть, блин, спасибо. Я вас друзьями считал. Ищи, ищи. Есть, реально есть. Тут ключ, пацаны, нам сундук еще один нужен. Нам дальше этот остров следовать нужно. Да, главное, фонарики вспыхнули. На, прикольно. Антон, на. Да не, Миша, на ключ. Расследоваться нужно, наверное, пацаны, потому что мы так долго будем втроем искать. Ну да, кстати, там логично, что будет что-то еще. О, что это такое? А это сундук наш, это где то, мы душу освободили. Давайте сундук с душой. А, подожди, или это те следы, блин, которые были изначально, которые нет, мы нашли? Нет, мы здесь не были, Антон. Это новое место. Разве? Иди дальше, да. Фонарь включи. О, включи фонарь, Антон. Подними его. Ну, тут два следа, да. А, в натуре. Поднимите фонарь, иди с поднятым фонарем. Чё одно положили? Ну все, теперь идем прямо назад. Офигеть, мы, конечно, читаем следы с вами, господа. Это нечто... Сейчас внизу здесь и будет прикопать сундук. В одну харю, что ли? И куда? Вот, направо. Да. А. Да. О! Вот, копайте, пацаны. Вот спайдер. Да, выкопал, есть. Второй сундук. И у нас... Второй сундук. Да еще нет, две души потерял? Освободить. Ключ? Где ключ? Ну, ключ. Ну, у меня ключ. Я думаю, ты рад, да, то, что... Я открываю. Да вставляю уже вторую сундук. Освободили. Пока, друг. Так, пока. О, смотри. Да откройте, вон там... Это? Не... Ему там небезопасно. Наконец-то Дингер. Свобода. Это Дингер как раз. Как прекрасно снова слышать свой голос. Прощайте, я уже отбываю. Ну пока. А? Остался капитан только. Один и все. Нужно капитана найти. Капитан Слейд. Ну это этот чувак пошел. Ну отсюда мы пришли. Опа, нет. Вот их трое друзей. Вот трое друзей, они побежали. А, не видели? Мы отсюда должны были начинать, пацаны. Прикольно. Мы должны были начинать отсюда и следить за каждым человеком. Да. Вот, нам капитан Фонтейн нужен. Идем по его следам. Его следы самые правые. Капец. А что, видно? А как ты увидел, что это он? Блин, все так прикольно, оказывается, было. Вот он. Ни себе. Ого. Это кто, блин? Ты офигеть! Это мертвый капитан какой-то. Идем так, дальше. Потом он побежал сюда. Налево. Сюда. Нифига, у них схватка была жесткая. Нифига, он здоровый. Офигеть. Нет, да. Они идут дальше. И все, дальше он его убил. И вот, пацаны, вот его лапы. Вот его лапы. Нифига, он огромный. Так, а что подожди, дальше? Куда дальше? Вниз иди, они же исчезать имеют. Да, вот, да, внизу. Вот сундук. Он, что за пентаграмма? Карта, смотри. А-а-а, ой. Офигеть, и удобно как смотреть. Понять? Блин, хрен знает. А вот, смотри, Н, подожди, сейчас я компас достану. Светите. А где ты Н видишь? Идем вниз с острова, короче. Это возле воды, и там еще будет на островок, я понял. Надо. Вот здесь, обратно. Что, в воде, что ли, где-то? А почему тогда на Н показано? Ты где? Ну, потому что я на Н. Я нашел ключ, я в воде. А, ты там? Да. Я еще не поднял, только поднял ключ. Так, а сундук-то они тут закопали, получается. Пойдем, Антон. Маленький остров. Пацаны, мне нужна помощь, я нашел бан. Скелетов, конечно. Бан нахрен. Только не заскатись ко мне. Хорошо. В прыжке лови его. Как там, блин, застрял? А вон и душа, вон душу копают сзади, Миша. Серьезно? Да, сзади тебя душу закопали. Да ладно! Заберите ключ! Я не могу, потому что он пролагивает и не это... Да не прыгай! Не прыгай, Данил, не прыгай! Забрали ключ? Я не могу забрать, Вол, подожди! Да. Нельзя прыгать. Попробуй ко мне запрыгнуть.
А где залез сюда? Сейчас я Данилу скину сундук. О, Данил, здорово. Ставься. Открывай его, или так получится. Не дергайся, я могу открыть его. Открыть. Открывай. Все. Блин. Антон, ищи бочку, нам паромчику нужно, давай. Да, да, да. Мы ждем тебя, смеши. А нам точно к паромчику? Да, посмотри, написано, я ваша мессия. О, там скелет, Миша. Смотри, агрится. Он скажет, что вы дебилок, вы залезли туда. Все, не стреляйте. Блин, только не умри. Только не умри там, Антон. Здорово. Привет, Антон. Здорово. Никогда не рад был в такой точке. Ура, мы выбрались отсюда. Ты освободил наши души. Красавчики, теперь мы берем следующий квест. Ой, Миш, скелет, Миш, ты скелет, его смывай. Наши души стоят. Но ваша судьба все еще связана с утренней звездой. И с экипажем, и с самим кораблем. Все эти проклятия создал коварный и могущественный повелитель скелетов по прозвищу Серая Кость. Он хочет сам владеть золотыми берегами. Он пленяет души тех, кто осмеливается восстать против него. Они не могут зайти на паром, чтобы вернуться и отомстить. Если хотите найти Серую Кость, поговорите с Корабелом. Это такой короткий квест был и все? Давайте, идемте на Стальной Нам Зуб. Красавчики, тысяч. Выполнили задание, было быстро. Ребят, опять Мишин голос не потребовался. Возмездие утренней звезды. Чем вам эта старая книга? Поверьте, тот корабль слишком давно валяется на берегу, на нем не осталось ничего ценного. Только развалившийся остов, полусгнившие снасти и нарушенные клятвы. Мне удалось раздобыть лишь последнее сообщение капитана. В нем говорится, что уцелел только один человек, но и того давно никто не видел. Вы опоздали! Серая Кость давно уже настиг утреннюю звезду и забрал с корабля фрагмент рассекателя завесы. И даже если вы отыщете этого скелета, по своей воле он с такой ценностью не расстанется. Впрочем, книгу, если хотите, можете забрать. Если собираетесь сразиться с Серой Костью, помните, это не простой скелет. Он способен на любую подлость, и у него много сообщников. Вот это судовой журнал получили. Следующий квест это будет Золотые берега. Ой, да ладно. Аж земля трясется. Давай завалим его. Равняй штурвал. Дыркни пока якорь, мы сейчас уйдем от него, мы слишком быстро идем. Он за нами прям, он нас обогнал. Вон, ты уверен, с какой стороны отсюда заходит? Вон. Ага, вот он идет. Где ты, он? Попал. Попал. Все попали, хорош. Попал. Ты на кого рыкаешь? Пацана. В пушке. Хорош, попал. Попал! Я карпунул его, пацаны! Что ты делаешь, ёб твою мать? Нахрена под... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Гарпунули мегалодончик, это называется. Раз. Нормально, вы должны были... Попал. Промазал. Музыка хорошая была уже. Прям такая, как будто бы ему поплохило маленько. Бери подальше от скала, то он на мель не зайдёт. Да, сейчас. А чё мне никто чинить не помогает? Я чиню. Починил. Я за рулем. Он сейчас атакует. В пасть ему стреляет. Он завис. В смысле? Он завис на месте. Да, реально. Он убывает. Право руля, может право быть. Руля. Он реально завис, поворачивай. Нет, он уплывает реально. Он что, обиделся? Он уплыл. Эй! Ну ты чё, блин? Эй! Давайте дружить с семьями. Ты чё, дурак, что ли? И куда? И все? Он реально уплыл. Ты че, дурачок? Бля, вы обидели мегалодона, вы ублюдки? Все. Бля. Мы че, вы за черепа? А, вот он форпост с черепом, кстати. Да че, пацаны? На В? Давайте мимоходом возьмем череп, вон он подпите. Блин. Да ну нафиг он нужен. Ну а че, мегалокусь ушел? Поплыли на квест, на галечную отмель. На куда? Мегалодон ушел от нас, пацаны, сейчас жалко посмотрим. Как. Угу. Или на В. О, он пришел, он вернулся. На НВ. Он вернулся. Бляха, сейчас врежемся. Не врежемся. Ты че, дурак? Петру. А че так близко? Он? Да, это наш клиент. Шмаляй в него. А, это вот то место, где кусты, помните? Это человек, это скелет похоже. А вон и корабль. Где? Шлюп разбитый. Так это не тот, Данил. А, опять показалось. Погнали. Ах ты сучка! Я для чего про нет, это? Пацаны? Уже мой корабль, да, дневники искать. Я не дочитал, вторую страницу даже не читал. Вон, Morning Star.
Вот, я что-то... Рассекатель! На носу. А, это судовый журнал. Рассекатель, байки. Так, он еще что-то светится, Даню. Что это? Ага, смотри, тут как... все, нельзя, нельзя сюда заплывать. Законом запрещено. Все, она померла. А, он не нужен. Забирай. Вы взяли? Что там было? Что в нем было? Что там было? Ну, записки, нам дали, дневник? Возмездие, да, нам дали да. Новую страницу. Привет, Илай. Так. В сундуках с обмундированием появилась форма экипажа. Вау, шрифт почти раскопан. Что? Что за хрень? Переодеться нужно. Иди, нам новую форму дали. А, да? Да. Да. Вот это белое. Ого, оно у меня прикольно вообще выглядит. Зацените меня, пацаны, как я вам. А ничего, что я не переодеваюсь? Все одинаковые. Пацаны, а ничего, что я не переодеваюсь? Девчонка. Смотри на него. А я не могу переодеться, не могу снять сверху. А что за... Ты как настоящая женщина. Готовишь, читаешь. Да, реально. Говорить буду только с теми, кто одет твою знаменитую форму. Ёбаный насос, как так, блядь, а? Это мы плавуны, конечно, ничего не сказал. Они прямо на носу стоит, блин. Мудак с бочки бежит, Данил. Я только что туда... Мы перевернулись. Перевернулись мы. Это скелет подошел? Видно, блядь. Чиги, блядь. Чиги, блядь. Он смачный упал. Сейчас поднимем. Антон, иди ремонтируй, что я буду качать. Ладно, иду ремонтировать. Он себе воротил. У нас верхняя палуба, вот я, Антон, мы плохие не хотим. Я чини, сосед. Чини. Есть еще пробоины? Ядрить воды, тут все в пробоинах. Такого вот. Гордите на утренней водой плещется. Не попало, вот я попал. Миш, иди к нам присоединяйся, у нас водная битва. На! Да иди сюда, срочно! Пусть жарится. Миш, ты устал покушать? Целый Миш, день покушай. Рулил. Миш, покушай. Ты гребаный маргинал, Антон. А этот кадр вообще не должен был попасть в эфир. Но я решил вам показать, чем мы занимаемся во время особо скучных путешествий. Бляха. Да. Ну а пошла. Четкий саундтрек. Самый лучший трек. Чтобы ездить по морю, да? Это заниженный корабль. Сейчас узнаю лишних мелочь. Блин. Я уже почти на корабле. Если мы войну развяжем, это будет плохо. Да чем мы корабль всего-то реквизируем? Да не, просим, если у них мелочи, возьмем корабль и все. А они вон бегают по судну. Только на русском давай. Friendly! Friendly! Че, стреляет? Да. У меня жратвы нет. Петик попал! В меня тоже. Френдли, я друг, я друг, не стреляй, френдли. I need help, help me, guys. Есть мелочь. Педик, блядь, ёбаный, он есть убил. Мелочь, пацаны. Мелочь есть? Нет, походу, мелочи, убили нас. О, в воздухе плеванул, я красавчик. Нифига у нас корабль четкий, смотри какой, Миша, посмотри. О, черт, у меня больше не осталось патронов, а тут за мной гонятся скелеты с этими... Пошли, я иду на помощь. С бочками. По лицу, на! У нас очень заниженный корабль. Мы на заниженном корабле сюда пришли вообще-то. Да, затонировал. Воу, кто-то с пушкой тут. Убейте с пушкой. Пинай, пинай его, по яйцам. Нет, все? Забрали. Все? Да? Вот, у нас есть расшифровка. И вот, да. Все, перевели, перечитай все это вместе. Готовьтесь. Давай. Сейчас будет трындец. Переводили раз минуты две. Капитан Череп, от пещеры идти восход, когда солнце, стычки встать напротив зарождения солнца, идти мясо кракена, скала встать напротив берег, идти лагерь встать напротив полярная звезда. Это все просто. Миша на рандоме копнул, нашел череп? Так, Миш, стой там, там с черепом какие-то 7 шагов были связаны. А вот он и лагерь, Антон, 7 шагов от лагеря. Чисто на рандоме копнул, вообще капец.
Ладно, читаю. А написано дальше. Же было про палатку эту. Мегалодон, ты достал, уходи, мы тебе не рады. Ты кинул нас прошло. О, кипил. О, пришел. Ну я вился, не запылился. Хочешь? Я зацепился за него. Значит, развернет, отпусти его. Погнали. Отпусти, да, отпусти. Блин, он сам отпустился. О, погнали. Пусть тащи, тащи нас. Мы ускорились? Такое. Привет. Ладно, ладно, мы найдем этот ваш кубок. Только сейчас сперва грог допью. Мы с миром. Погнали. Защищаем кубок. Щеми, щеми, щеми его. Давайте, бей ее, бей, бей, бей. У него оружие. Тихо, это она. Он, она, щеми. Да, реально. Все. О, убил. Берите, свиток. Как-то легко. Капитан Шоу минус. Теперь так, здесь нужно найти кубок, пацаны. Да. Страница появилась одна. Да, а может, вот туда. Серьезно? Угу. Не, ладно, не тут. Опять 7 шагов, ходить так. Копать, расшифровываем. Давай, я готов писать. Неси мне чашу и не смей меня будить. Да сюда, чё, ты дебил, что ты убегаешь? Пока хват не вернется, я буду в квадрате 3. А, Q3, да? Он убежал. Дуглас знал в лицо весь экипаж утренней звезды, он поможет нам отыскать трусику. Я нашел, пацаны. Ты что, рофлишь? Я нашел. Чисто рандомом нахрен все ищется. Что за фигня с этой игрой? Я забрал, все, до свидания. Чисто рандомом, блин. Там шланг ползает аккуратней. Чёрт, шланг меня покусал, блин. А чё на бандитской арке? Он нахаркал в тебя, Миша, не накусал. Разбойничья арка, мы правильно идем. Чисто на NAD. Посмотри назад, Данил. На NAD, сейчас посмотрю. Еман, там закат, это восход. Что? А, это восход. Это закат. Это восход. Закат. Это финал, и мы получаем последний типа камень. Да, правильно? Четвертый камень, и мы получаем рассекатель. И с помощью рассекателя мы сможем найти золотые берега. Рассекатель же на следующей серии. Да, поэтому если хотите увидеть следующую серию, с вас нереально много лайков, потому что мы эти серии записываем по 3-4 часа. Уже час ночи, и мы записываем и сидим. Били-били, тренд, я спать хочу. Бери ближе к берегу. Били-били. Бара-бара-бара. Вот сюда, в лагуну, в бухту заходи. Берите чашу и череп, я чашу возьму. Слишком, ладно. Берите череп. Ой, тут этот прям на берегу. Ага, ну вот я вот в цитадели. Антон, бери череп, иди сюда. На самом там, да? Ставь. Давайте. Давай череп. Все. Ну, погнали. Ну, что, готовы? Сейчас, наверное, выйдет дядька огромный. Собирайте бананы, кокосы. Кто посмел меня потревожить? Что это за форма? Вы из экипажа Слейта? Я думал, что разделался со всеми. Мое проклятие невозможно разрушить. Припасы хавайте. А это значит... Вы просто притворщик. Не знаю, зачем надевать мундир утренней звезды. Может, хотите разделить судьбу ее экипажа? Жалкие трусы. Никто из них не достоин ступить на золотые берега. Одна так испугалась при виде меня, что сгинула за борт. Ха! Вот. Короче, Брикси номер 2. Сейчас минут, наверное, на 40 еще его убивать придется. Ну куда спешить? Ой, ладно. Нифига! Охренеть. Оу, окей. Спину. Спину. Я оставлю вас здесь навсегда. Я надо, чтобы он танцов не вызывал. Что? Что это? Что он делает? Что он это? Вызывает подсосов. Он сеет. Всем посеваем. С Новым годом поздравляем. Черт, у меня закончились патроны, я не знаю, где их подобрать. Корабль далеко, только давай выбирайте. Давай корабль подгоню. Что за рыба? Опять. Брикси номер 2. Он пришел? Ой, дебил. Он прям. Огонь. Блин, выше получилось. Стреляй в него. Огонь, пацаны. Попадаем, давай. Вообще щеми его. На него, нахрен. Помогаю. Ну, галеон уже могли затопить, пацаны. Снаряды закончились. Мы с Данилом синхронно. Он там прям дел. И матока. И посмотри, он живет до сих пор. Что, он умер? Нет, он жив. Нет. Снаряды закончились. Ядра минус. У меня еще есть ядра волшебные. Пес он впитывает. А как вы его саблями мочили? А у меня опять закончились. У меня тоже. Там все-то там закончились они. А он будет танцевать, нет, интересно? Есть. Пацан, он будет танцевать или нет, вы думаете? Есть ядра. И че, Данил?
Он танцует? Он танцует? Да, реально. Он танцует! Я могу сон его погрузить. Ну-ка, я тоже волшебное ядро возьму. Да, я тоже сейчас, у меня есть. Он есть... отходит. У меня есть ядро. Он спать лег, пацаны. А теперь он танцует. С третьими волшебными. С третьими волшебными. Я подберу с ним. Реально танцует. Пусть спит, чеми его. Он спать лег. А меня бьют, у меня мало хп. Нарывайтесь на проклятие, ты сейчас проклятый дебил. Блин, пацаны, там эти скелеты. Да пофигу. Бьем сколько можем. Все, он убил меня. Антон, капец, ты еще жив? Капец, он бессмертный. Да. Капец, сколько выстрелов. Это пацаны, шо, ядер 50 он принял в себя точно. Миша, иди на остров, ядра собирай. Да, нужны ядра. Я ему прям хедака отвешиваю, ему пофигу на хедаки. Там сколько ядер? Там нахрена ядер было? Еще ядра есть. Где? Сколько? Я... О! Убили! Выдалили! Чё, пока я был мёртв? Да ладно, я со снопом последний выстрел ему сделал. Рубин! Сука, как? Последний рубин! Убей! Да. Идем на форпост. Ох, стальной блин. Зуб. Просто последний выстрел со снопы был мой, офигеть. Ребят, опять этот прицепился. Ну, да ты очкун, мы знаем тебя, кто ты по жизни уже, можешь не приходить сюда. А. Ага, порычи там. Бартана с вами голодона зови, с ним поинтересней. Да, четвертый камень, все, господа. Пора. Все идет к своему логическому завершению. И совсем скоро с помощью рассекателя мы пройдем через туман. Забирай. Это правда? Вы действительно разделались с серой костью? Я теперь свободна? Как же я рада, вы не представляете. Раньше меня звали Джилл. Это я тогда выпрыгнула за борт при виде серой кости. Я сменила имя, стала другим человеком, только чтобы спрятаться от него. Я говорю всем, что строю корабль для охоты на Кракена, но на самом деле я собиралась бежать на этом корабле, если серая кость придет за мной. Думаю, вам эта форма больше подходит, чем мне. Я рада, что кто-то продолжил наше дело и решился достичь Золотых берегов. Я вычищу этот фрагмент и передам его кому следует. Но прежде чем рисковать жизнью, отправляясь за завесу, навестите кое-кого. Поговорите с единственной пираткой, которая воспользовалась рассекателем завесы и осталась жива. Она сейчас живет на скале Морроу. Удачи вам! Ребят, на этом все. Хотите скорее продолжения? С вас, конечно же, очень много лайков. Да, с вами был Квантум, Карцими Хакер. Подписки, лайки, всем пока. По 2 рубля с каждого. А лучше по 500.